Для пятикратной чемпионки мира по шашкам Тамары Танцыкужиной это непростой турнир. Ее соперники – представители старшего поколения. Ислам Мухаметов приехал из Нуримановского района, чтобы сразиться с гроссмейстером. Хорошо идет игра. Кто лидирует? Не знаю, пока у меня лучше, вроде бы, мне кажется. Может, ей кажется, у нее лучше. Ой, такого сеанса у меня еще никогда не было. Вот у меня одна ничья закончилась партия. Еще одна позиция у меня полупроигранная, даже две. Ну, они упорные же, это же там, как бы они к этому серьезно относятся. Они потратили свое время. Надо уже до конца выложиться. Сеанс одновременной игры по русским шашкам прошел в рамках универсальной выставки для представителей старшего поколения 50+. Все плюсы зрелого возраста, которые экспонируются в выставочном комплексе в ДНХ-экспо. Это наш социальный проект. Это для людей старшего возраста. Это выставка для того, чтобы узнать всю сферу услуг, которая представляется. Для того, чтобы быть здоровым, потому что очень много консультаций врачей. У нас клиники консультируют, у нас проверка здоровья. Это выставка для тех, кто хочет занять свой досуг, кто хочет найти хобби. То есть это вот настоящий фестиваль. Во-первых, отвлекаешься, от дома отвлекаешься. Полечились, направление взяли на лечение. Свои услуги и продукцию в этом году представили более 100 организаций Башкортостана и других регионов России. На выставке работает также ярмарка вакансий для людей зрелого возраста. Кроме этого, в рамках выставки каждый посетитель может принять участие в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству и скандинавской ходьбе. Руки слабеют с возрастом. На ногах еще они ходят, а руками-то они практически меньше работают. И за счет вот этого толчка, вот этой работы руки, получается, что даже вот эти вот мышцы немножко собираются, самое главное, чтобы они гуляли. Пусть с любыми палочками, хоть с деревянными просто, да, но гуляли. Куда вы мечтаете попасть? На первомайские праздники совершить поход на Гадальшу. Я желаю, чтобы ваша мечта исполнилась. Спасибо. В любом возрасте можно исполнять свои мечты. Наши замечательные телеканалы «Живая природа» и «Глазами туриста» дают такую возможность. На самом деле люди путешествуют, ходят в походы в любом возрасте, особенно в пенсионном, когда становится времени больше, возможностей больше. Многие чаще начинают выбираться на природу. Они все это снимают, они видят красоту и могут этой красотой поделиться. На телеканале «Глазами туриста» создатели авторского туристического кино размещают свои работы, показывают свои фильмы. Этим телеканал очень интересен, потому что он показывает живых людей, живые ситуации, живые походы. Самое удивительное, что наши телеканалы запущены в Уфе. Их создала компания «Уфанет». Именно таким образом «Уфанет» осуществляет мечты. Башкортостан – один из первых регионов, который присоединился к движению 50+. Все плюсы зрелого возраста. Это уже четвертая по счету универсальная выставка, которая в этом году проходит в рамках Международного евразийского гуманистического форума. Выставка продлится до 12 декабря в выставочном комплексе ВДНХ-экспо. Алина Горбешкова, Антон Кучерин, городской телеканал ЮТВ.